Вот сейчас никаких прелюдий. На фоне потерявшейся контрольной точки на старте марафона и двухчасового отставания от лидера зачета, седьмой спецучасток ралли «Дакар-2022» стал главным разочарованием для Snack Racing. После выхода на уверенно высокий темп и действительно хорошего дня отдыха, который к тому же подтвердил полную исправность и боеготовность техники, экипаж Snack Racing попал в лобовое столкновение со своими соперниками на прототипе «Зефир». Всегда начинают интервью, когда говорят: «Страсти улеглись, теперь можно поговорить». Страсти улеглись или нет еще? Да улеглись, конечно. Страсти улеглись только именно в тот момент, когда мы поняли, что гонка закончена. То есть до последнего мы боролись для того, чтобы поставить машину, скажем так, на ноги, чтобы она доехала до финиша, ну, хоть в каком-то состоянии, с любым результатом. Задача была просто ехать. Ехать и показывать финиш. Но удар был настолько большой силой, что загнуло даже задние рычаги подвески. То есть рама, чтобы вы понимали, с передней части прошел удар до самой задней части. Повело, раму повело. Да. К моменту аварии мы еще вернемся. Расскажи, что было интересно на этом Дакаре. И что тебе не понравилось, плюсы и минусы? Дакар, мне не понравился формат. Формат Дакара перешел совсем в откровенное зарабатывание денег. Спортивной части стало все меньше, когда, скажем так, угодных гонщиков штрафуют большими деньгами, но не временем. А неугодных штрафуют и деньгами, и временем. Также был вопрос со вторым днем, когда все искали точку. Я подходил к организатору и говорю: ну да, мы знаем, такая проблема. И там была ошибка в роудбуке. Для меня очень большой секрет, как участники, которые подъехали к месту, куда подъезжали все, узнали, что нужно ехать налево 2,5 километра. 2,5 километра. Это много. Это очень много. Это 2,5 километра в дюнах. В дюнах. При том, что мы возвращались 3 раза и приезжали ровно в ту же самую точку. И в этом-то все и обидно, что, скажем, кому-то, знаете, кто-то на финише подошел, какой-нибудь из организаторов сказал: слушай, там вот такая проблема будет, туда левее возьмите. Вот так это срабатывает, к сожалению. Так называемый French Connect. И это неприятно. Хочется, чтобы побеждал сильнейший, а не тот, кому немножко помогли на старте. Мы несколько раз возвращались в исходную точку, где точка горит. И от нее ехали курсами. Там смысл какой? У тебя нарисована дорога, и курс не средний стоит, а курс дороги. А там нет дороги. Первые, видать, кто проезжал, у них была дорога, потом наплутали. То есть мы подъезжаем, у нас развилка, курс 290. А сколько 290? То есть мы по этому курсу 290 едем там километр. А он, может, через 100 метров поменялся там, ну, потому да, что это по дороге. А дорог-то нет, там вот такая фигня. Ну, там же были проблемы, и Audi тоже по этому поводу возмущались, да, команда? Да. Кто еще возмущался? Да много кто. Просто проблема вся в том, что Audi, ну, скажем так, крупный завод, и у них есть возможность говорить громко. Он назвал директора гонки мошенником со всей этой ситуации. Но представьте, человек, который занимает очень высокую должность в спортивном мире и называет другого человека с высокой должностью мошенником. Ну, представьте, два президента стран назвали друг друга мошенником. Один другого назвал мошенником. Это скандал. Из рамки вон уходящий скандал. Да, 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 да. И они-то самое главное, да, мы знаем. Но если мы отменим, другие же будут недовольны. Я говорю: да, но вы отмените там по зоне до заправки. И все покажут абсолютно нормальный результат. Ну, мы подумаем. И не подумали. Нет, нет, зачем? Они провезли своего гонщика, который выиграл в Т1. Всех, кто должен был выиграть, выиграли. Все им нормально. Американец выиграл в нашем классе. В Т1 выиграл на СР. В общем... Получается, что Париж-Дакар гонка такая больше коммерческая становится составляющая для организаторов, чем для гонщиков. Да, в том-то и дело, что гонка прежде всего должна быть гонкой. А так, когда гонка превращается в политическую игру и в игру бюджетов, то, скажем, она становится не совсем справедливой, от слова совсем. Вот. Это очень обидно, и, конечно, к этому нужно готовиться. Я уже сталкивался с этим на Дакаре 2016 года, когда меня просто в наглую сдвигали, не давали выйти на старт, якобы по каким-то ошибкам, якобы что-то пошло не так, но сейчас мы все исправим. Но проблема вся в том, что это каждый раз влияло на мое и психологическое состояние, когда я с ними ругался там каждый вечер по несколько часов, и, конечно же, на мое, скажем так, на мои спортивные позиции, потому что я стартовал позже. А стартовать позже, значит, ехать в пыли. В разбитой трассе. Конечно. После грузовиков, наверное, конечно, скорее конечно, всего. Конечно.
смотрел твой блог, следил, мы транслировали на телевидении. И вопрос в том, что вот если говорить про коммерческую, то неужели нельзя было поставить бесплатно камеры, экшн-камеры у тебя в салон? За все надо платить там огромные деньги, по 500 тысяч. €5 Да, по, наши деньги, две камеры, да, обходилось в полмиллиона. Почему? Да практически в миллион две камеры обходятся. Одна камера в 500 тысяч. Да? Да. Да. И так во всем и везде. Что было интересное? Интересного было много, это все-таки Дакар. Какой бы он ни был, скажем так, несправедливый в какие-то моменты, он все равно крутой, это путешествие всей жизни. Представьте, две недели по абсолютно диким местам Саудовской Аравии, пески, камни, офигенные виды, хорошая компания, хорошая команда, возможность, кстати, выступить с российским флагом, потому что многие участники побоялись выйти с флагом, а мы поставили, наклеили флаг на машину и на комбинезоны везде. И ничего нам это не помешало. Не помешало? Нет. Как обычно, наши как в политические игры заходят в тупик, а тут разрешили. Как а никогда. На самом деле просто, знаете, как было принято решение. То есть там, чтобы, ну, как бы, чемпионат мира – это этап ФИА, Международная автомобильная федерация, которая как раз-таки выступала против того, что были российские флаги. А мы не заявились в специальном чемпионате мира, мы ехали только Дакар. Сам Дакар непосредственно. А Дакар – это коммерческая гонка, и потому как бы каких-то рычагов официальных, они всех пугали, но официальных рычагов у них не было, если разобраться, скажем, в правилах. Ну почему запрещают российский флаг? Вы проходили тест на допинг и так далее, если это вокруг допинга, или это политический ход? Всем вообще пофиг на допинг. Вы посмотрите на спортсменов, которые выступают из Америки. Там женщины размером, ну, как два меня. А вся в мышцах такая прямо, ну как, прям как, я даже не буду это правильно называть, как это выглядит со стороны, вот, потому что это будет не политически корректно, да. И наши девчонки выступают худенькие, тоненькие такие, ну и так смотришь, где тут допинг? Да, и абсолютно понятно. Дело не в допинге, дело в том, что каждый пытается защитить свои интересы. Кто-то абсолютно не стоит, ну, скажем так, не останавливается ни перед чем и, скажем так, пытается защитить свои политические интересы даже в спорте через ребят, которые абсолютно к этому никакого отношения не имеют. Наши спортсмены выступали в нескольких категориях. Это вот, КАМАЗ, у тебя Т4 и женский экипаж. Да, у нас было два женских экипажа в классе Т3, один в Т4, Татьяна Сычева и Мария Апарина. Крутые девчонки, очень их уважаю, большие молодцы. Обе финишировали Дакар, это круто. А они на каких машинах? Кто им исполняет? Мария Апарина строит машины сама, а вот Татьяна Сычева купила машину у немцев, у Саус Рейсинг. Ну что ж, попасть на Дакар, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, очень сложно. Есть несколько путей. Скажу сразу, не через постель. Первое – это накопить много денег и поехать на Дакар. Не всем доступно, но возможно. Второе – создать свою команду. Делать для этого все, в общем, искать спонсоров, рыть, копать, можно поехать. И третий способ, которым, к сожалению, объясню потом, почему воспользовалась я, у нас в команде была замена. Наш пилот Анвар Иргашев из Узбекистана сломал на ралли Хаиль руку 2 недели назад. И поскольку уже машина была здесь, команда была здесь, все взносы были внесены, пытались найти другого пилота, за столь короткие сроки ничего не вышло, и поэтому поехала я. Это мой дебют на Дакаре, я первый раз. До этого у меня, ну и скажем так, крупных марафонских гонок, это были «Шелковые пути» и «Ралли Казахстан». Так далеко и
так скажем, основательно. Я еще не забиралась, поэтому я новичок, и, в общем, для меня здесь все в новинку. Что мне не очень-то сильно понравилось. Освещаем команду КАМАЗ. Ага. Кроме этого, у нас ты со своим экипажем, со своей командой, да. Девчонки со своими да. командами. Их вообще, вот российское угу. телевидение, информационный повод, очень незначительно касались тебя. Если бы не авария, как про девчонок мы и не услышали ничего, ну, да. так и тебе. Почему такая складывается ситуация? Или это тоже у нас денег стоит? Это все стоит денег, безусловно. Каждая минута, секунда эфира проплачивается. Кто платит, тот и в эфире, вот и все. А тот, кто не платит, пускай заходят, платят, тогда мы их покажем. То есть позиция, в моем понимании, совсем неправильная. Да? То есть любой телеканал, который существует, между прочим, за наши деньги, такой, как, например, Матч ТВ, крутой канал, все круто, молодцы, но он дотационный, он постоянно получает деньги из бюджета, и если он дотационный, бюджетный, то, соответственно, получает деньги из карманов налогоплательщиков. То почему, соответственно, не все равны? Я также плачу им деньги, вы платите им да, деньги. Да. Но почему-то не показывают нас. Это очень, скажем так, грустная история, которую нужно менять. Почему? Потому что, например, в Испании у меня друзья были, говорят, так всех показывают, каждого испанца показывают. 2 часа трансляции, про каждого расскажут, каждого покажут, каждый логотип. А у нас возьмут, покажут, так еще логотипы спонсоров замажут. Или подписывают договор, плати там миллионы миллионов рублей, чтобы показали. Это очень обидно. А самое главное то, что мы боремся, чтобы показывали наш флаг, но сами не показываем да? его. Да? Да. Да. Ни наших команд, ни нашей команды, ни наших участников. И вот это вопрос участников. Да, к да. руководству канала. Кого же все-таки они интересы закрывают? Наши российские или, скажем так, западные, может, я не знаю почему. Но логика-то действительно, мы русские, про нас нужно показывать. Почему нужно? Не потому, что мне обидно, что про меня показали, там мало или недостаточно. Потому что вопрос стоит в популяризации спорта. Если люди будут видеть, что люди этим занимаются, что это круто, что это не только недосягаемый КАМАЗ. Да, КАМАЗ крутые, но имея бюджет там, в миллиарды рублей, вы поймите, что человек, который на земле, он не видит себя рядом с этой командой. Да, есть ребята, которые едут на бэк. Да, это тоже дорого, но это более-менее досягаемо в головах людей. Поэтому ты взял с собой оператора и стал вести блог лично. Да, да. У нас каждый Дакар, более 1 миллиона просмотров за каждый Дакар. Поэтому я считаю, что это очень достойный результат. Я смотрел, я же получал, я же формировал твои программы, которые в сетку уходили. И я это все видел, как это проходило и озвучка. У тебя на все ли у тебя хватало времени? Вот у меня вопрос такой. Потому что озвучкой и ты написание текста занимался, наверное, ты. Нет, озвучкой занимался не я. У нас был человек специальный, Алексей Миловидов. Очень крутой человек, который озвучивает гонки по дрифту, который, скажем так, отвечал за это. У нас был человек, который надиктовывал текст, был человек, который писал этот текст. Ну, ты же принимал участие, ты же давал интервью, да, постоянно все рассказывал. Кроме как гонка, тебе еще надо было выйти для эфира. Конечно, конечно. А что вы хотите рассказать? Это задача работы со спонсорами. Они дают деньги, нам нужно им дать рекламу, нам нужно им дать просмотры, чтобы про них как можно больше народу увидел, чтобы нам отработать те деньги, которые они нам дали.
далее. То есть это абсолютно, знаете, ну, такие рыночные отношения, которые необходимо выполнять, и это будет честно и справедливо. Нельзя об этом забывать. Каждый Дакар, он по-своему хорош, плох, но команды, наверное, одни и те же, и люди одни и те же, скорее всего. Ну, где-то 2-3 пятерка там команд уходит, приходит и так далее. С каждым годом команд становится все больше. Нет, все больше и больше. Я имею в виду, что одни и те же друзья, друзья-товарищи. Как тебя встречали, как тебя принимали там? У нас буквально есть небольшое количество ребят, с которыми мы прям общаемся. Принимают всегда хорошо. Есть, скажем так, очень близкие там ребята с Казахстана, с Монголии, которых мы, ну, там, знаем уже миллион лет. С теми-то, конечно, мы там и, как говорится, и барана запечем вечером, и пообщаемся, и увидимся, и обнимемся. Есть ребята с Америки, там, который тот же самый Остин Джонс выиграл Дакар. Очень хороший парень. Есть из Испании Жерар Форес. Крутой мужик вообще. То есть я считаю, что там есть хорошие ребята, но то, что там Дакар – это большая семья, это полный обман. Никакой там большой семьи нет, всем на всех пофиг. Все спортсмены, да, все, и всем результат своей команды. Да, да, все приехали отрабатывать и спонсорские деньги, свой результат, и чтобы вырасти. Мы пока не говорим, мы еще дойдем до этого. У меня, ну, такой для разрядки вопрос забавно. То, что вы говорите все время, что там холодно, холодно, а спите под открытым небом. Ребята, да, у нас спят под открытым небом. У нас, слава богу, есть место в грузовике, где мы спим в спальнике. Там прохладно, но в целом терпимо и более-менее тихо. Это тоже очень важно. Беруши, скажем так, шторами завешиваем то место, где спим, и темно, достаточно тихо для того, чтобы хорошо выспаться. В машине сколько у тебя воды и сколько это по разрешению? Возможно, невозможно? Или вы просто боретесь за вес? У нас 6 литров воды в машине, в поилках у каждого по 3 литра. Также у нас 3 литра запасной объем воды и порядка 3 литров в поилке, в омывающем бачке. Это по правилам или это вы это для по себя? Правилам. Это по правилам. Правилам, да. Столько воды не нужно, там не так жарко для того, чтобы пить такой объем воды. Что еще интересного по правилам можно рассказать для зрителей, которые не видят и вы не осветили? Так, эта вся гонка, она настолько специфическая, настолько, скажем так, аутентичная, что она вся интересная. То, что машина, чтобы ее построить, нужно соблюсти 4 состояния технического регламента. Для того, чтобы, скажем так, принять участие в гонках, нужно проехать из Екатеринбурга до Марселя. Это большой путь. Нужно соблюсти все таможенные, скажем так, процедуры. Это тоже очень непросто. Да, много вопросов, которые нужно предусмотреть, чтобы получилось принять участие в гонке. Хочу отметить, что спецучастки, что вчера, что сегодня, очень много колючек. Из-за этого протыкаются колеса. У нас стоят датчики давления. Вот. И пол спецучастка едем постепенно. На высоком давлении колесо быстро спускает, но когда оно останавливается, да, где-то на 0,8-0,6 атмосферах, перестает спускать, едем по мягкому, но на грани. Дотянули, видно, как колеса подспущены. Сейчас показывает 0,8 атмосферы в переднем колесе. Мы ехали порядка 70 километров на этом давлении, но дотянули до финиша. Вот до съемки этой программы, до этого интервью, я у тебя
задал вопрос, и вот, может быть, зрителям интересно, что за колючки такие, которые пробивают резину, шину, я смотрю на протектор, он довольно-таки мощный, и, скорее всего, не только ты пробиваешь, но и КамАЗы тоже. Да, безусловно. Ну, КамАЗы, конечно, колючками не пробивают, у них резина гораздо жестче, но нужно понимать, что в песках, в дюнах, за счет того, что воды очень мало, у всех растений есть прям вот такие колючки, очень жесткие, мощные, потому что они, скажем так, выполняют роль защиты от того, чтобы их не ели животные. Вот. А так, да, то есть пробить колесо, колючкой вообще на раз-два. А так в основном пробиваешь, конечно, камнями. Ну, хоть бы показал колючку такую. Еще вот сейчас не приехала машина, как только приедет, обязательно покажем. Она пробивает прямо через протектор вот такой слой резины. Такая прям, ну, плюс еще скорость. Ты едешь на скорости 110 км в час, она как пуля летит через твое колесо. Хорошо или плохо, когда участки вроде как скоростные, и по ним есть ограничение скорости? Это, кстати, тоже был вопрос. Одна из точек, на которой, то есть логика такая, что ты подъезжаешь к зоне, где могут быть люди. Да? Mm-hmm. И, соответственно, у тебя система это видит и ограничивает тебе скорость. То есть она начинает пищать и показывать, ага, ограничение скорости 30, ты должен сбросить газ и ехать ровно по ограничению скорости. Для того, чтобы, скажем так, соблюсти честную возможность оттормозиться, они дают тебе, она начинает пищать, у тебя есть 180 метров, чтобы остановить, ну, скажем так, оттормозиться и выбрать скорость. Вот. У нас была точка, которая загорелась тут же. То есть мы заезжаем в точку, и она сразу верифицируется и включается ограничение скорости 30. А у нас скорость там была очень высокая. Вот, нам приходит вечером штраф, превышение на 58 км в час. Разрешено 30, мы ехали 88. Мы говорим, слушайте, там была проблема. И таких, как мы, много. Вот. А я говорю, нужно разобраться. А нам влупили 300 евро штрафа и 5 минут. И 5 минут. На этом же приборе у нас описывается ограничение нашей скорости, и организаторы делают нам жесткие условия. Если мы превышаем на 3 км в час ограничение скорости, мы получаем штраф в виде 300 евро. Если мы превышаем на 5 км в час, это уже 500 евро и до 1000, и вплоть до дисквалификации всего экипажа с соревнований. Чем заканчивается? Мы подходим к ним, они говорят, ну, через часа полтора. Вы знаете, мы позвонили в ЕРТФ, а ЕРТФ – это компания, которая предоставляет навигатор и обслуживает всю гонку в плане навигации. Они говорят, мы им позвонили, они сказали, что все хорошо, так что все нормально. Я говорю, классно. Платить деньги? Да. Я говорю, молодцы. И они за первую неделю собрали там 60 или 70 тысяч евро на штрафах. Это хуже наших гаишников. Да, 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 да. Так ладно, знаете, у нас-то хоть знак заранее видно, а там-то знака заранее не видно, и тут же тебе просто влетает скорость, что здесь ограничение... Письмо счастья. Да, пришло. Да, да. Это, знаете, вот ты едешь по трассе, да, 110. У нас ограничение 130. Вот, едешь по трассе 110. И из кустов вылетает знак, и тут же стоит камера. И тебе, ты начинаешь тормозить просто в пол. Так что все, кто жалуется, что у нас нечестно, вот на Дакаре поистине нечестно. И дорого, да? Да, и дорого. И штрафы там выше, кстати. Но опять же, да, у нас за превышение на 60 км в час это лишение прав. Это очень много. Но опять же, да, то есть как бы это как будто тебя сбросили с самолета сразу в центр города, где во двор, где ограничение 20, а ты тут летишь с такой скоростью. То есть, ну вот такие ошибки бывают. Безусловно, они там, скажем так, не преследуют этой цели. Но, скажем так, осадок все равно остается. Ну, ты же чувствуешь себя обманутым, потому что действительно это несправедливо. Но вот как есть. И вот смотри, уже вторая такая несправедливость. Ну да, и 300 евро, как бы я скажу, что да, у нас там миллионные бюджеты, из которых там 10 с лишним только стартовые взносы, но там, мы не живем в крутых гостиницах. Мы летим с самым экономным экономом для того, чтобы снизить бюджет гонки, потому что каждая тысяча рублей на счету, она все посчитана, и как бы она, знаете, там никуда не просаживается на то, что, скажем так, на какой-то излишний комфорт или еще что-то. То есть какого-то там суперсервиса мы ни в коем случае не получаем. Мы живем в лагере для того, чтобы, опять же, экономить деньги на гостинице. Для того, чтобы разместить, там у нас было 7 человек на Дакаре в этом году, да, нужно, ну, номер минимум за 20 тысяч. Мы берем апартаменты большие, да, и он стоит там от 14 до 20 тысяч в день в Саудовской Аравии. То есть на 7 человек. На 7 человек, да, 2 тысячи в день, казалось бы. Но опять же, да, то есть 7 человек плюс нужно накормить, напоить, разместить, плюс, не дай бог, что-то случилось. По этому поводу не поехал второй экипаж твой. Да, да, Алексей Шмотьев, к сожалению, уже второй год не может принять участие в Дакаре. К сожалению, очень дорого.
Вот, пока у него, скажем так, переходной период в бизнесе, и у него пока нет возможности поехать на карту. Ну, если он едет, то еще дополнительные 7 человек или. Ну, скажем так, человек 5 точно. Потому что это на его машину, это в основном технари. Да, технари все. Те техники, инженеры и прочее.